вылезли как из-под земли и растворились в воздухе. Они сделали себе репутацию за пределами стены. Она расползлась по нейтральной зоне, словно облако страха. Оружие покруче меди и стали. Мэрик и Киган. Это о них говорил отец. Призраки. И кто-то все же посмел бросить им вызов. Они направлялись в Сан-Диего, на территорию Федерации, чтобы найти своего человека, Аякса. Призраки. Раньше они нам только снились, а теперь мы собираемся вступить в их ряды. Так, снайперская винтовка активирована. Осмотритесь. Надо найти Аякса. Вражеский патруль. Продолжаем. На поле его нет. Есть. Прямо по курсу. Приблизить. Вон там. Приблизь. Это он. Наш парень. Его переводят. Надо уходить. Мы входим. Нас прикроют. По-твоему, зачем ты здесь? Конвой подходит. Хватай гранатомет. Цельтесь получше. Надо вызвать детонацию. А вот и они. По грузовикам. Загружаться. Смотри и учись. Аякса переводят в другое место. Времени в обрез. Атакуем на аэродроме, а потом будем отбиваться. Подхожу к воротам. Thank you.
Аякс должен быть здесь. Будьте готовы. Аякса должны держать здесь. Глянь через снайперский прицел. Возьми снайперку ДУ. Сигнал, твой выстрел. Не знаю, где он! Райли взял след. Вперед! Используй снайперку с ДУ, чтобы убрать РПГ! Следите за Райли, он приведет нас к Аяксу. Пошли! Подкрепление вот-вот подойдут! Вражеский патруль. Примерно с десяток. У нас нет времени. Надевайте противогазы. Газовую гранату подлей. Пускайте туда газ! Райли снова взял след. Должно быть, мы близко. Иган, Логан, попробуйте найти другой ход. Будем ждать вашего сигнала. Мы с тобой, Логан. Я
того яхта. Аякс! Как он? Плохо. Вот зараза. Держитесь там, Аякс. Держитесь. Рорк. Это был Рорк. Его цель. Смотрите на стену. Ну же, держись, Аякс. Он умер. Мать. Мэй, ты только глянь. Приготовьте его к старту. Это список целей. Рорк охотится на призраков. Так кто, блин, такой этот Рорк? Нет времени объяснять. Они заходят. Пошли, быстро. Киган, приведи его. Уходим, быстро. Все молодцы, но теперь нам надо в Лос-Анджелес. Быстро. Осторожно, отбой! Богом! Эти вертолеты — наше спасение. Захватим тот, что стоит подальше.